Всем привет! Начинаю влог. Влог начинаю с завтрака. Тут кофеек. И нам с мужем вот такие вот вкусные а-ля сэндвичи. Тут тостовый хлеб, горчичка, кетчуп, чуть-чуть майонеза смазала, хлебушек. Добавила сыр теннера, который хорошо плавится, колбаску. Закрыла вторым хлебушком и обжарила в яйце. Это очень вкусно. Так что всем, кто кушает, тоже приятного аппетита! Небольшие покупки с АТБ в акции: по 28 гривен Рексона секси букет, по 39 гривен салфетки, сыр в акции 41 гривна, этот, по-моему, 39, по 140 гривен уже сейчас поставила отваривать пельмени сибирские, вот такие блинчики с сыром, не посмотрела почем, и мужу без алкоголя Стеллу Артуа. Такие покупки. Так, сейчас, наверное, достану разморозить фарш и завтра приготовлю котлетки. Тут у меня рыбка лежит, тут в ящике, тут я вот так вожу поштучно, потом ее на ночь размораживаю, на утро варю бабушке, или она сама себе варит свежую. Так, ну вот тут у меня что осталось? Тут у меня вырезка свиная тоже отдельно и филешки. Так, наверное, сейчас достану кусочек фарша, сделаю завтра что-нибудь вкусное. Покупки с магазина «Лоток» на 457 гривен. В конце покажу чек, что я купила. Соевый соус «Чумак», кефир, кока-кола. Очень вкусные вот эти крекеры с лучком. Подсолнечное масло. Котлетки сушеный чеснок. Яблоко «Семеринка» на 24 гривны получилось. Майонез в акции шел у них, по 10 гривен. Такие вкусные рулетики с вишней. Макарошки, бабочки. Кетчуп лагерный, ложки буренка, хлеб горчичный, такие вот, пельмешки, два Биг Боба по 11 гривен, мужу на работу гречка, украинский хлеб, поляна квасова, мука, тосты, это я уже говорила, такие покупки. Сейчас чек покажу вам. Вроде все показала. А, бананчик там где-то один себе взяла, потому что плохие. Нифига себе, тут пельмени 80 гривен. Если бы знала, я не брала. Там цены, по-моему, другой был. А сколько тут? 400 грамм? Ну, посмотрим, чтобы были вкусные. За такие деньги, капец. Такие вот цены. Пельмени, конечно, потянули, но захотелось. Так, и сейчас планируем через приложение Glovo заказать Макдональдс. Так, вот заказ на 394 гривны. Сейчас посмотрим, что нам привезли. И доставка 40 гривен. И вот такой вот заказик. Это макшейки с шоколадом, клубникой Лола. Бигмаки, соусы, картопля фри с сыром и с луком, картопля по-селянски, кока-кола. Кока-кола это наша. Вот. Ням-ням. И сегодняшнее меню. Макароны, бантики и вкусные-вкусные котлетки. Также пекутся яблочки. И сейчас разрежем, покажу арбузик. Арбузик покупали по 5 гривен за килограмм. Скрипит вроде. Красота. Погодка у нас такая переменчивая. Прохладнее вот чуть-чуть. Сегодня день строителя, так что пойдем с мужем, наверное, прогуляемся просто, может быть, по району. Вот. Накушались, надо протруситься. А всем большое спасибо, что смотрели видео. Очень жду ваших комментариев. И скоро новое видео. Всем пока-пока. Хорошей рабочей недели.